Для меня здесь что-то как-то очень много всего. Оно такое очень, как будто нефти налили. Причем нефть такая, она вся шоколадная, съедобная, но вот эта вот тягучесть, вот эта фактура нефти, вот она какая-то такая очень. Потому что знаешь, что если в нее окунешься, то как-то она тебя и держит вроде, и отпускать не хочет. С другой стороны, можно выйти, отпустит, не совсем как жвачка или липучка прилепит. Но вот это ощущение, что она меня обволокнет. И вот, может быть, даже что она теплая. Но вот какое-то здесь вот у меня количество фактуристости, да, и вот этих тактильных прям переживаний прям зашкаливает, когда я смотрю на нее. И мне хочется в нее окунуться. Вот именно вот, что я воображаю, что это что-то, во что я могла бы окунуться. Из-за того, что здесь еще разные цвета, мне, короче, все это очень приятно. Да. Да, здесь много всего можно увидеть просто. Да, да, да. Здесь мне даже напоминает что-то. Вот у меня бабушка расписывает, расписывает доски, да, там народные росписью. И там бывает иногда черный фон, и потом начинаются всякие вензеля поверх этого. Лаковые тоже. Да. Вот здесь я что-то это такое вижу, но такое из другой вселенной немножко. Про это же, но из другой вселенной. Ясно, это близко, значит, на все. Расскажи про картину, что да, ты чувствуешь. Да. Ну, у меня вообще вот ощущение, что я соединилась взглядом в очень важный момент, и мне как будто прям этой картиной говорит, через этот взгляд она говорит мне, ну, наконец ты видишь правду. И эта правда в ней столько надежды. Я на этот взгляд как будто бы опереться прям могу. И она говорит, я в тебя верю. Я и... Ну, короче, этот взгляд, как будто бы взгляд, который говорит, я тебя никогда не покину. Я на тебя так могу смотреть всегда. Просто оставайся со мной, смотри мне в глаза. Ну, Катя, у меня живые картины, я даже как бы людей боюсь рисовать, потому что они живые. Ты сейчас об этом говоришь именно. Да, это очень точное понимание и чувство. Да, спасибо за такой отзыв. Очень от него прям не хочется отводить взгляда мне. Потому что там столько принятия, и там столько вот как бы той веры, которую мне хочется к себе иметь. Вот я вижу ее в этом взгляде. Вот эта вот женщина, которая на меня смотрит оттуда. Вот она мне это все говорит, что наконец ты в себя веришь так, как я верю в тебя. И вот этот взгляд, он очень немного... Ну, как вселенная, я прям проваливаюсь туда. Туда хочется ухнуть с головой. Спасибо. Прям самое сердце. У меня прям сердце раскрывается, когда я смотрю в глаза ей.